Усик прилетел в Украину после победы над Белью. Самолет с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе успешно приземлился в аэропорту Борисполь. В киевском аэропорту Борисполь встретили абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика из Манчестера, где в минувшие выходные украинец добыл эффектную победу над Тони Белью. Кроме поклонников нашего боксера, которые специально приехали поздравить триумфатора, в аэропорту собралось множество представителей СМИ. С последними Усик провел небольшую пресс-конференцию. Александр рассказал, о чем разговаривал с Владимиром Кличко после поединка, ощущал ли он присутствие в углу Ломаченко, старшего, о посещении футбольной встречи с участием Манчестер-Сити, о любви британского народа к боксу, ну и, конечно же, о самом бое с Белью. Читайте также 5 выводов по бою Александра Усика с Тони Белью. По материалам сайта newsgro.com.